Итак, следующий бой. Смирнов один против Айвазова. Эльвина, правильно? Да. Где вы, мужики? Залезайте сюда. Давайте нырять, спартанец. А то против тебя, что ты ищешь? Бандаж, что ли, отец? Все, есть? Я могу 50 минут бандаж. Нормальный вариант. Крепкие молодые парни, по 60 что-то килограмм, правильно? Или по 70? 65, откуда приехал? Прямо из Грузии? Да. Грузинский парень, поаплодируйте, Грузия, приехал! А ты откуда? Великий Новгород. Великого Новгорода! Давай, пару слов своему Великому Новгороду, чтобы все смотрели на тебя. Великому Новгороду, привет! Хорошо. Давайте поаплодируем ребятам, поехали! Да. Уважаем друг друга, деремся честно. Слушаем меня внимательно, мои команды. Времени нет, судим. Не пожали, а что, вам? Готов? Готов? Поехали! Грег, уберите подбор. О, красавчик! Красавчик! Я серьезно, ты не проиграл. Ты молодец, ты столько стоял. Игра точно. Здоровье всегда превыше всего. Так что твое поражение возьму, если что, на себя. Оно не твое. Договорились? Оно наше, в общем. Мужик, мы все с тобой. На, пару слов, как ты был. Давай, не расстраивайся, первый раз бывает, чудесно. Здравствуйте, первый, спасибо. Все, пару слов скажи, пожалуйста. А, нормально. Давай, расскажи из Грузии пару приветов. Там все любят стрелку. Держи, давай, что ты, толкни речь. Скажи как следует, чтобы вся грузинская про твоя тебя любила. Обидно было, что немного новичок не старался добивать. Нормально. Еще такое не хотел делать. Иди, иди. Попрудитесь, ты скажешь пару крутых фраз. Всем спасибо. Всем спасибо большое. Гамачева. Какая у нас дружная семья.